Друзья, всем привет! В дни карантина я приобрела вот такой симпатичный набор для изготовления ювелирных украшений. В дни карантина какие таланты только не откроются. Например, у меня одной знакомой открылись таланты артиста, а у меня открылись таланты делать что-то красивое из материала, который дает нам природа около нашего Тихого океана. Что в наборе этом есть? Различные инструменты, которые помогают сделать эти красивые украшения. Проволока разной длины, разной толщины, леска, бусины, различные застежки, даже есть вот план такой. Бусины выглядят вообще все по-разному, под разные украшения, под разные дизайны. Различные вставки есть декоративные. Можно сочинять очень много интересных украшений. Вот видите, даже перчатки положены здесь. Мечка, где можно хранить изделия временно, например, не доработали вы еще которые. Да, всякие различные интересные мотивы. Это, скорее всего, для детского подошло бы, ну или такого молодежного дизайна. Ну а вот здесь застежки. Застежки различные, крепежи, вставочки. Мелкие, очень красивые, изящные штучки. Ну вот любой длины можно уже отрезать вот этот шнурочек. Здесь опять же проволока и леска. Цепочечка. Ну, декоративные вставки. В общем, вдохновляйся и придумывай. Амазон, конечно, радует такими наборами. А вот и те изделия, которые я хочу довести до природной дары, до красоты творческой и красоты природной вместе. Здесь я обрабатываю различными бусинами, стразами. И получается, как будто бы такой мешочек с драгоценностями. Кроме шнурочка можно использовать серебряную цепочку и носить как повседневно, так и на какие-то мероприятия эти дары от природы.